Что место не похвоем, блядь. Давай поставим здесь тут. Я думала, мы здесь обзорная экскурсия, у нас тут что-то мы так быстро. Коля. Ну сорвитесь, как скажешь. Ну а что, место не попробовал здесь внутри. Берег хороший, тут нас никто не будет мазином покрасировать. И скамеечка, и столик, смотри. Навес он там можно твою эту брезентуху сверху повесить. Ну давай. Давай. Хватит мне тут вот. А? Ты за... Тут, наверное, да, там. А вырубка леса есть тут? В каком смысле? Ну, на кастрик мы тут насобираем. А, А? Придется потрубиться, конечно. Ну, а меня для чего брали? А, я просто еще весной легко насобирать, а после лета уже, сами понимаете. Ну что, друзья, на турничке мы находимся на рыбалке. Вот приехали такой сорок снасти. Первые две поклевки, два карася у Николая. Сидим, ждем. Посмотрим, что будет в этот раз у нас. Какой улов. Вон рыбка плещется. Да, тут сыщик что-то гоняет у нас мелочь. Я попробую еще на головку. Стоит у меня 4 макушатника и 2 пружины. Макушка у меня стоит семечковая, а каша у меня перловка с жареной семечкой. На крючках стоят шарики, червяки и с медом гранулы и с ванилином на крючке. Посмотрим, что там слюнет. Будем надеяться на лучшее. Ну что, друзья, вот я вырубил 3 колышка. Сейчас я их доведу до ума, покажу. Как? А? Да, это тарань. Покажи вам, Николай поймал тарань. Делаю такой колышек, принесу здесь на веревке, чтобы можно было затянуть, чтобы она не слетала. Вот один колышек у нас готов. Вот пазик для веревочки делаем. Видите как? Снизу наверх. Мы его когда забиваем, потом веревочку сюда привязываем, он не будет слетать. Очень удобно. Так же самое второе. Сначала мы сделаем, чтобы хорошо залазила землю, когда будем забивать. Потому что почва не совсем мягкая, надо немножко более снять. Ох. Так, а теперь сделаем паз. Делим так, вот так делаем. И сюда, на конус. Чтобы веревка могла зацепиться. О, я считаю, достаточно. Видите, пас мы сделали. 2 колышка у нас готово. Ну, я думаю, 3 колышка будет нас держать, а на 4-й на угол мы положим наши вещи, оно не будет сдавать. Так же самое 4-й колышка. Ветра особого нет у нас урагана, чтобы ставить 4 колышки. Я думаю, 3 много это. Пусть она стоит, чем она будет падать. Так, и здесь делаем паз для веревки. Это касается лапку там на берегу. Нам необходимо нарезать камыша. Слава Богу, у нас его сзади меня, его хватает.
чем режется плохо? Я беру вот такой пилот и пишу, она у меня разборная. Вот показываю. Хорошая пилочка. Правда, из расчета, что надо брать на себя больше, чем под себя. Вот деревья мы немножко напилили. Сейчас пойдем подпилим камыша. Подстилочку сделаем для лапки. Себя беру пилкой и складываю. Вот и мы с ней с травой. Мы вот здесь подготовили место под палатку, положили камыша, сделали воздушную подушку. Расположение головы у нас должно быть выше, чем ноги. Значит, получается, как бы карта у нас куда? Будем выходить на воду. Значит, тогда будем стоять лицом сюда, вот к удочкам. Палатка у меня вот такая. Двухместная, простая, очень удобно раскладывается. Вот показываю. Удобно собирается, удобно раскладывается. Вот берешь ее, раз, и она готова. Проверенная в боях уже на протяжении последних 3 лет. Конечно, она промокает. Не могу сказать, что она не промокает. Но, во всяком случае, палатка имеет дно. Установить сколочки, а можно просто положить вещи. Что мы сейчас и сделаем. Да, где-то вот такое вот расстояние, чтобы сделать монтаж. Теперь берем вот эту лампу. Так же самое второй. Угол вытягиваем. Смотрим куда. Будем заливать колышек. Колышек будем здесь же перевозчики завязать. Эти сеточки, что я говорил, надо леску ставить. Тащи. Значит, не подойдется этот зацеп. Надо брать на нитку. Тридцать первого октября поехали с Николаем на рыбалку, и вот у него зацеп. Вот проблема у рыбаков, всегда не тянут рукой за нитку. За нитку никуда не тянут. Надо брать вот так на палочку. Вот, отвернул. И вот так тянуть. Оборвал. Там зацеп был. И так никогда катушку не сломаете, шкуру не оборвете и руки не порежете.
Ярославке мы нашли вот такие грибы. Вот. Если соберем десятка полтора, попробуем пожарить. Или возьмем домой. Посмотрим, насколько будет удачным наш сегодня грибной день. Вот такой красавчик у нас есть. Рыбалки.